Уважаемые дамы и господа, ивент-соратники и соратницы. Я, как президент Союза Ивент-Лига, хочу в первую очередь поздравить всех тех, кто в эти минуты на трудовом посту встречает 2012 год. Ни для кого не секрет, что для каждого ивентера является великой честью и почетной обязанностью встречать Новый год в творческом и организационном порыве. Когда вся страна спокойно разливает шампанское, мы, российские ивентеры, несем нелегкое бремя поддержания в стране счастливого настроения и радостного предвкушения. До Нового года остаются считанные мгновения, и я буду краток в подведении итогов уходящего года. Год 2011 можно назвать годом ивент-свершений, годом ивент-революций. Мы собирались на конференциях и за круглыми столами. Спикеры вещали с трибун из плазменных панелей. В полную силу работали ивент-школы и академии ивент-мастерства. Мы отмечали лучшие события на премиях и собирали ивент-менеджеров на их день. Мы трудились, не покладая рук, выводя наших заказчиков из летаргии кризиса и медленно, но верно приближались к новогодним корпоративам. Это был напряженный год. Мы все потрудились на славу. Обороты выросли, при этом качество не пострадало. Скажу больше, оно, качество, в некоторых отдельно взятых коллективах даже улучшилось. И в этом несомненная заслуга каждого из нас, всех тех, кто чтит и соблюдает кодекс ивентера, тех, кто подписал хартию о честных тендерах, всех тех, кто сертифицирован по общепринятым мировым стандартам. Отдельно скажу о заказчиках, о наших драгоценных заказчиках. Да-да, я не оговорился. Каждый заказчик для нас становится драгоценностью. Такова реальность наших дней. Жесткая, изнурительная конкуренция буквально пронизывает ивент-индустрию. В каком бы сегменте ни работал ивентер, всюду коллеги так и норовят демпингнуть и откатить значительную часть бюджета. Вам, дорогие наши заказчики. Но вам-то только лучше от этого. Вы на этом только и выигрываете. Ни в чем себе не отказывайте. Продолжайте в том же духе. Действуйте в духе времени, как говорится. Только об одном прошу вас, уважаемые наши заказчики. Пусть в новом году у вас будет как можно больше праздников и мероприятий. Пусть каждому профессиональному ивентеру достанется хотя бы маленький кусочек от этого необъятного, жирного и сочного ивент-пирога. И будет нам счастье получать заказы от тех из вас, кто по-настоящему ценит истинных профессионалов, тонко чувствует стиль, хотя бы чуточку разбирается в технических вопросах и с уважением относится к талантливому креативу. Слава вам, опытные заказчики! В уходящем году мы получили неоценимый опыт общения с нашими иностранными коллегами, ивентерами из Англии, Франции, Германии, Монте-Карло, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Спасибо им за поддержку. От лица российских ивентеров позвольте поздравить наших зарубежных коллег с Новым годом. Я надеюсь, что в 2012 году наши связи окрепнут, и мы порадуем наших дорогих российских заказчиков совместными проектами с зарубежными партнерами. За этим я прослежу лично. Тем более, что всех нас уже в начале 2012 года ждет наш самый профессиональный праздник — Международный день ивентера, День всех ивентеров. Предлагаю утвердить в качестве международного гимна ивент- и шоу-индустрии песню «Show Must Go On». И в завершении своего обращения желаю, чтобы радость, которую мы дарим людям, с торицей возвращалась и к нам, заклинателям праздничного духа, ивентерам России. Ура! Слава российским ивентерам!